Делегация Финляндии в составе представителей сферы образования находится в нашей стране с визитом. Эксперты знакомятся с учебным процессом, созданными условиями в общеобразовательных школах, делятся своим видением касательно улучшения всей системы. Основной целью нашего сотрудничества является совместное рассмотрение вопросов развития системы образования Узбекистана и реализации эффективных проектов в сфере. Во время нашего визита состоялось несколько встреч. Мы определили совместные планы на будущее, ознакомились с возможностями, созданными в этой школе, и можем смело сказать, что условия, образовательный процесс полностью соответствуют мировым стандартам. Финляндия вот уже почти 10 лет удерживает высокие рейтинги в международных исследованиях в области образования. Не секрет, что успех финской системы связан с высоким потенциалом педагогов. С этой точки зрения нам также следует уделить особое внимание данному аспекту, то есть обеспечению их необходимыми знаниями и навыками, повышению их квалификации. В настоящее время мы находимся на пороге реализации крупного проекта стоимостью 1 миллион евро, реализация которого позволит определить стратегию образования и разработать современную методику обучения. В рамках нового проекта предусмотрена организация образовательных процессов с привлечением финских специалистов, создание учебно-методической литературы, совершенствование процессов вхождения Узбекистана в европейское пространство высшего образования путем усовершенствования качества образования, проведения курсов, повышения квалификации представителей сферы.